охват постов в Инстаграм, особенно охват с ваших сториз. Давайте поговорим об этом. Здравствуйте, меня зовут Юлия Жукова, и я являюсь автором книг «Прорыв, ведущий к успеху» или «Как подняться в интернете», «Лохотрон – этот ваш сетевой личный опыт», а также в моем арсенале не одно количество PDF-отчетов на тему продвижения себя в сети интернет. Обозначу сразу в начале видео для тех скептиков, которые либо смотрят меня и думают, что о чем она там говорит, она не эксперт, либо о тех высоких гуру в этом вопросе, я никого не хочу задеть. Я просто всегда передаю свой опыт. И на своем личном опыте я заметила, что быстрее, больше, качественнее и лучше показываются как ваши сторис, так и ваши посты тем людям, у которых есть отметки друзей. Это важный момент, геолокация проставлена. И важный момент, проставлены хэштеги. В сторис эти три момента работают точно так же великолепно. Стоит только вам поставить геолокацию в свои сторис, и тогда вы увидите, как большему количеству людей покажут вашу сторис, и больше людей ее просмотрят. Стоит только вам поставить хэштег какой-либо, и, кстати, я разные хэштеги ставила на отзывы на свои, на одинаковые приблизительно одни и те же ведущие, грубо говоря, вслед за вслед истории, ставила разные хэштеги, и разная просматриваемость была. Я думаю, что вам нужно и в тему хэштеги ставить, и обязательно ставить разночастотные. Это тоже интересный нюанс. И еще один момент, отметка друзей. Ну, я даже сама себя отмечая, замечаю, что много людей начинают переходить в мой аккаунт и просматривать его. И могу поставить свою вторую страницу. Короче говоря, перекликая страницы две своих, стоит только их поставить, упоминание, это тоже очень работает как-то по-другому. Я предлагаю этими тремя важными моментами пользоваться в своем Инстаграме, продвигаться правильно, профессионально. И причем я считаю, что продвигаясь за счет чатов, вы не имитируете бурную деятельность, а вы просто бесплатными как раз таки методами повышаете свой охват. Если позволяет возможность пользоваться такими чатами, то я только за. Поэтому перенимайте опыт, и если я была вам полезна, пальцы вверх ставьте, подписывайтесь на мой канал, а также внизу прикрепляю вам единственный раз PDF-отчет на тему охват постов в Инстаграм. Его скачивать абсолютно бесплатно. А другие PDF-отчеты, которые и названия которых я прописала, вы можете получить, либо написав мне в личку, либо подписавшись на рассылку, преимущественнее, конечно, в ВКонтакте. Буду рада быть вам полезной и передать свой личный опыт бесплатно. До новых встреч!